1765 году жители села получили разрешение от астраханского епископа Мефодия построить у себя деревянную церковь во имя покрова Пресвятой Богородицы. В 1850 году вместо деревянной церкви на средства графов Орловых-Денисовых был построен каменный однопрестольный Покровский храм. Согласно популярной легенде, граф строил храм ко дню венчания своей дочери, с чем связан довольно необычный декор фасада и разные его мелкие элементы, выполненные в виде цветов и сердец. Граф верил, что после обряда здесь брак дочери будет долгим и счастливым. Насколько эта легенда связана с реальностью, судить трудно. Достроен храм был лишь через 7 лет после смерти графа. С приходом советской власти колокольня храма была разрушена, церковь закрыта и разорена. В 2013 году обрушилась часть крыши. На восстановление храма денег не нашлось ни у епархии, ни у местной власти. Жители села также не готовы тратить свои кровные. Одна надежда на Всевышнего, но он не спешит. Неисповедимы пути Господни.